В этом году Федерации масс-рестлинга Якутии исполнилось 20 лет. В связи с этим, наряду с ежегодным Кубком Федерации, в декабре планируется мероприятие, приуроченное этому событию. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Республиканском медиа-центре. В нем приняло участие руководство не только региональной, но также Всероссийской и Международной Федерации. Масс-рестлинг становится очень популярен, свидетельство тому многочисленные соревнования, проводимые в последние годы по этому виду спорта. Из-за того, что есть старты как бы более значимые, да, сейчас уже, то есть не только чемпионат России, еще и чемпионат Европы, еще и чемпионат мира даже, то на турнирах группы А, например, по республике основные лидеры уже не участвуют.